Чуть больше месяца назад состоялось торжественное открытие нового здания Бутовской школы номер 1. И вот в образовательном учреждении снова праздник. Сюда съехались педагоги со всех школ муниципалитета на День учителя. Школа открыла свои двери для учащихся и для родителей 2 сентября 2019 года. Несомненно, это первое такое большое и очень ответственное мероприятие. Мы рады, что оно проходит именно в День учителя в этом году в стенах нашей школы. В фойе была развернута выставка народных промыслов, которую с интересом рассматривали коллеги по преподавательскому цеху. Перед началом торжественной части для учителей провели экскурсию по самой большой школе муниципалитета. Я в этой школе первый раз, мне здесь безумно понравилось, очень просторно по сравнению, да, с маленькими сельскими школами, светло, много народа, все встречают, провожают, все объясняют. Праздник объединил педагогов самых разных направлений. Не только книжки наше дело, но еще и красота, и душевная красота, и радость. И сам праздник, он поднимает настроение, ставит новые цели, подчеркивает, что мы стараемся не зря. Профессия учителя физкультуры для меня одна из важнейших, потому что спорт для меня – это жизнь. И главное для человека профессия, чтобы она была в радость, в удовольствие. Собравшихся в зале поздравил глава Ленинского района Валерий Венцель. По его словам, профессия учителя одна из самых важных. Именно преподаватели закладывают фундамент успеха в будущих поколений. Я благодарю каждого учителя, каждого педагога, я благодарю каждого руководителя образовательного учреждения за то, что вы действительно много делаете. И появляется большое количество талантливых ребят, которые уже, выходя из стен школ, понимают, куда они пойдут дальше учиться. За многолетний труд были награждены лучшие учителя и воспитатели, работающие в образовательных учреждениях округа. И сегодня я хочу выразить слова огромной благодарности и признательности ветеранам педагогического труда. Ваша мудрость, ваш опыт – это основа, на которой держится образование. А молодые педагоги – талантливые, яркие, энергичные, его будущее. В праздничном концерте принимали участие сами педагоги, ведь среди них так много разносторонних творческих личностей. Самым трогательным выступлением стало посвящение учителям от хора Видновской школы номер 5. А главным музыкальным подарком стало поздравление от заслуженного артиста России Алексея Глызина. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.